После обильных осадков, которые выпали в прошлые выходные, у нашего телеканала возник вопрос, насколько в Магадане расчищены проезжие части и тротуары. Около 40 единиц техники ГЛУТ днем выехали на улицы Магадана, чтобы расчистить проезжие части. Ночью работает 30 машин. Убирают снег круглосуточно. По словам коммунальщиков, они уже приступили к вывозу снега за город. Чистят частный сектор и подъезды к социально значимым объектам. Однако без сложности не обходится. Сложности, конечно, возникают, потому что в связи с большими осадками выехали машины на дороге, которые стояли во дворе раньше. Также пробки, которые связаны, и поэтому не может техника проехать. Чистят не только проезжие части, но и тротуары. Сотрудники комбината зеленого хозяйства запустили 23 единицы, а это вся техника для уборки снега. Задействовали 54 человека. Сейчас специалисты проводят первый этап расчистки. Убирают тротуары и лестницы, чтобы магаданцы могли легко пройти. Следующий этап расчистки – это будет дозачистка, расширение тротуаров, расчистка лестниц на весь их профиль. И самые проблемные участки – это выходы на пешеходные переходы. Вот эти валы снега тоже будет им уделяться им большое внимание, потому что они наиболее травмоопасны на улицах нашего города. Но несмотря на осадки, мероприятие учреждения проводить будет направлено и на благоустройство, на украшение города. Будут формироваться, продолжаться горки, будет заготавливаться, завозиться лед, чтобы радовать наших магаданцев с наступающим Новым годом. Основная проблема расчистки дорог – припаркованный транспорт, заявляют специалисты. Несмотря на то, что количество снега выпало сверх нормы, сотрудники КЗХ, по их словам, справляются. Вечерний Магадан решил выяснить, насколько жителей областного центра устраивает расчистка дорог и тротуаров. Частично. В зависимости от количества техники, в зависимости от того, насколько успевают очищать, вы имеете в виду пешеходную часть или проезжую? И ту, и другую. Ну, в плане проезжей, конечно, больше сервиса, потому как, естественно, быстрее все это чистится, чем пешеходные. Расчистили их не особо хорошо пока что, но, в принципе, устраивает. Нет, не устраивают. Плохо чистят? Ну, смотрите сами, почти не чистят. Особенно дворы. Приходится брать лопату и чистить самому. Да меня, в принципе, да, я на машине большой, мне нормально. Меня устраивает, я сам раскапываю. Да, в принципе, да. Можно сказать, да. По словам экспертов, лучше избегать скользких мест, ходить по снегу. Кроме того, можно приобрести специальные накладки на обувь, чтобы подошва не скользила.